桃花月阳尽，霜从洞庭开，鸳鸯重新去，山泉好也来。Добрый день, меня зовут Владимир. Только что вы прослушали стихи известного китайского поэта Ли Бо в исполнении моей жены Анны. Это наш сын Максим. Вот, мы здесь уже 14 лет живем и работаем. И добро пожаловать в город Юян. В 2001 году Владимир Ганин и его жена Анна приняли предложение о работе от Хунаньского политехнического института, после чего переехали из далекого Владивостока в небольшой городок Юэян на юге Китая. Владимир стал преподавать масляную живопись на художественном факультете, а Анна – скрипку на музыкальном. Я приехал сюда, посмотрел, ну, мне очень понравилось. Тут красивое озеро, теплый климат, пальмы растут, поэтому я недолго думал. Мы с женой перебрались сюда. И мы видим теплейшую зиму, мы видим пальмы, роскошный зеленый бамбук, удивительное озеро. Ну, конечно, мы что-то читаем о Юяне. Вдруг оказывается, что это удивительный исторический город, где, собственно, происходило, может, чуть ли не половина древней истории Китая. То есть все это произвело огромное впечатление. И мы практически не задумываясь подписали контракт. Время идет, и 10 лет пролетели почти незаметно. Здесь родился сын Владимира и Анны, Максим, которому сейчас уже 7 лет. Со временем их понимание местного колорита стало не хуже, чем у коренных жителей Юэяна. История города Юэян насчитывает 2500 лет. За этим барельефом находится озеро Дунтинху и река Янзы. Но также город Юэян славен своей Юэянской башней. Это одно из самых знаменитых мест в городе Юэян. Всей семье очень по душе местная культурная насыщенность и атмосфера древнего Китая. Особенно Анне, которая стала активно интересоваться китайской поэзией и восхищаться талантом древних авторов. Знаменитые строчки из поэмы Юэянской башни древнего поэта Фан Чуньяня, написанные здесь, в Юэяне. Они рассказывают об интеллектуалах древности, людях Ши, и рассказывают о том, что настоящих благородных людей невозможно найти во дворцах, но можно найти здесь, возле рек и озер. Родители частенько приходят сюда вместе с сыном, в эту обитель древней мудрости. Да, китайская культура совсем не похожа на западную, но для творческих людей этот конфликт может стать отличным источником вдохновения. Нихао! Нихао. Тинтиан Уомен Дисю Хохуа Цега Хуа, Хайо Цега Мудан Хуа, Синзай, Канся, Нида Коуту Хабухау, Хайо Канся Йенцы, Хайо Йомайо Лен Луанда Туйби, Хаба, Руго Йовенти Уинво, Волкой Памани, Хаба, Туйби той сиял, тай лян ла, цега дифан, цеши шима. Руга цега хуа, омен яу джидау цеши хуа, буши пейдин. Руга цеши пейдин, яу анси, цега дифан хаоси. Цега хуа хахей, вот цай цели, яу идин нин анси. Той си ланцы, канца, синзай канца, шима дифан джон яу, Шима дихан бу джон яо. Руго цега хуа джон яо ма. Цо цега хуа и дене шу яо. Хаба хайо цега шу е. Хэн то туй би. Цо цега шу е хайо шу и дене хау де. Цега хуа. Цеши воду хуа.
не ждал. Цега дифан, канце, энцега дифан. Я начну с условий, что институт действительно нам создал замечательные условия для работы здесь, потому что решили сразу все бытовые проблемы. То есть это не касается квартиры и проживания, безусловно, это очень хорошо. Но для моего супруга предоставили арт-студию, очень хорошую. Вы были, вы видели, да? Для художника это практически это самое главное.他在这里做的能够发挥他的特长，能够成就他的事业，或者说实现他的人生价值，这是第一方面。第二方面呢是待遇方面，我们工作5年，连续工作5年以上，就送他一到房子，连续工作20年以上，考上一个良好的话，将来退休以后60岁以后，这个就我们负责人养老。第三一个方面呢就是。 Кроме того, Владимир в свободное время может писать картины в своей мастерской. За эти годы его творчество в значительной мере приобрело китайский колорит. Также он постоянно ездит со своими работами на выставки в другие города Китая. Ну и к тому же, вот то, что вы видите вокруг, это мастерская моя, и когда у меня нет уроков, я работаю здесь, пишу картины, также активно выставляюсь, вот, потому что, профессия учителя, она предполагает то, что ты все время будешь, на острие своей профессии. То есть, если ты что-то практически не делаешь, то ты деградируешь как профессионал. В этом году я уже сделал 4 выставки, вот это пятая выставка, она на нашем факультете. Мы пройдем туда и посмотрим. Вот. Поэтому за этот год я сделал уже 5 выставок персональных. Это было в Харбине, было в Янтай, город, также это было в городе Далянь и в городе Юян, и вот сейчас на нашем факультете, в институте. Ну, вот, собственно, это моя персональная выставка. Здесь можно видеть два стиля. Первый стиль, это, собственно, для нашего университета, для студентов. Это пейзажи и натюрморты, которые мы должны делать по программе. Вот. Пленерные вещи какие-то. А второй, собственно, это вот мой творческий стиль. Вот то, что вы можете увидеть на этой картине. Картина называется «Фортуна». Она такая символистическая. Вот. Часть картин посвящена, в юмористическом стиле о людях, которых интересуют только деньги. Это такой сарказм. В своих картинах Владимир Ганин остро и иронично показывает разные аспекты современного общества. И каждая его работа полна символического смысла. Вот почему многие люди по достоинству оценили его уникальный стиль. У меня была выставка персональная в городе Пномпень, в Камбодже, и вот с этой выставки был эскиз вот к этой большой картине, метровый эскиз. И он был приобретен нашим посольством и подарен королю Камбоджи. Также мои картины есть у Михаила Сергеевича Горбачева, одна картина. Также есть еще в кабинете в рабочем у Медведева, нашего премьер-министра. Вот, у Алексия II патриарха нашей РПЦ. Сегодня вечером мы приглашаем гостей к нам, и нам нужно купить овощи. Вот, и мы зашли на типичный рынок, который находится рядом с нашим домом. Вот, и обычно мы сюда и ходим покупать овощи и фрукты. Вот, поэтому мы здесь сейчас купим то, что нужно для нашего ужина.
Вот. И... Да, морковь. Морковь и другие овощи. Так, это что у тебя? Лянкой уйди. Лянкой су. Хаба? Лянкой су, хаба? Окей. Перец морковью, да. Так, следующая кола. Здесь в Хунане все очень острое. Все любят не этот перец, все любят вот этот перец. Зеленый. Это перец очень просто. Ну, на самом деле, конечно, где-то половина овощей здесь таких, которых у нас нет в России. Ну, например, вот это. Я даже не знаю, что это. Вот. Или, да, или, например, вот это. Я тоже не знаю, что вот это такое. Явно какой-то корень, но я не знаю, что это. Вот. Также есть продукты, которые есть и у нас, естественно, картофель, капуста, вот, бобовые, шампиньоны, могу. Вот. Так, голома. И ситоша сен. Шифлай. Так, а где твои? Ага, хорошо, молодец. Сися. Down, please. Владимир пригласил гостей, чтобы отметить радостное событие. В мае 2015 года он, будучи русским специалистом в Китае, удостоился встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Это большая гордость для русского художника. Вот, да, сюда, так удобно сюда уха. Он人生的一个飞跃，也就是说他在中国的所有的成就获得了我们国家和政府的认可。他这是在北京啊，这党和政府授予他友谊奖，是不是？我认为这就是他的一个最大的一个成就，就是说这是对老马在中国的。
工作的一个最高的评价和最充分的肯定。没有职业道德，是为了。作用差不多，作用差不多。有的时候，那不跟这两个距离差不多。 Китай, опять же, на фоне своего интенсивного развития является для молодых специалистов, особенно для молодых, хорошим полем возможностей, хорошей стартовой площадкой для кого-то, возможность реализовать свой потенциал именно в этой стране и здесь остаться, построить свою судьбу. Остался хороший класс, и, между прочим, это тоже очень важно для нас, для играющих, для репетирующих. Потом для меня появилась возможность преподавать, во-первых, заниматься своей профессиональной деятельностью. И для меня, наверное, это самое интересное и самое, ну, благодарное время, потому что счастье заниматься своим делом, удовольствие от того, что я могу играть. Слушай, нее один ванла, цуйхоу ига к вумен косу, цуй ига инфу, души яла чуэнгу, шишила хайо чан эдем, окей ма? Хайо чан эдем, хайо чан да шинэн, окей ма? Шинэн яо фэй, вумен яо ди да дам, хаба?老师比较注重于你个人对这个曲子的理解程度，然后他会给你一首曲子，你把它完整的先拉下来，然后他再一段一段的慢慢的跟你抠，然后以前跟以前的老师上课，他就是直接就是一段一段教你，就不像他就是比较注重情感方面吧，然后跟安娜老师学的话，就自主能力可能会增强了很多。 Сначала начинаем, конечно, с полного шока, потому что ребята здесь учатся совсем по-другому. То есть базовое вот это вот бесконечное повторение одного и того же, да, конечно, это выучивается очень здорово что-то, но очень часто оно лишено смысла. То есть здесь я в первую очередь заставляю ребят думать и изучать культуру, изучать музыку, которой они занимаются. И вообще изменить подход к тому, что они делают. Сим камика, шенен чунабин, чили, донся, хайо донаген, чили, 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 ты, халэ, кейла, окей, хайо, хайо цу, цу бенча, окейла, гунцы, о, цайхал. Методика преподавания Анны разительно отличается от того, к чему привыкли в Китае. Владимир также надеется передать студентам свое представление об искусстве, чтобы заставить их с разных углов взглянуть на привычные вещи и явления.
Я думаю, что китайские студенты более терпеливые, и они как-то способны выполнять более такую вот муторную работу. Русские студенты, их больше интересует элемент творчества, там, какого-то поиска. У китайских студентов в основном, если им покажешь русло, куда идти, они в этом русле и идут. Концерт. Цега дифан цюлай, шо шо? Цега дифан шинабин. Вейшима хэн то туй ви цай цели, вейшима. Цели мы йо туй ви, цели яу тойсе. Яу щу и ден шида, яу щу и ден, эн и ден тойсе ланс енс. 我觉得实际上在认识上，就是你好多问题你可以自己就可以提出来，你想说什么你就直接说，无所谓，反正错之后有老师给你改正，就是他是一个非常很好的一个引领的一个作用，他说你就把你自己思想上开放一些，因为中国文化跟国外的文化毕竟不一样，还是就文化上有差异嘛，所以说这个我觉得非常好，就是一些文化交流。 Владимир и Анна оба занимаются своим любимым делом, и жизнь их протекает весьма неплохо. Однако, как и у многих китайских родителей, в какой-то момент у них возник вопрос, связанный с образованием сына. Максим – русский мальчик, который родился в Китае. Но какое образование он должен получать? Русское или китайское? Больной вопрос, знаете ли. Боюсь, что у нас не было выбора. А уже все, что касается образования, это всегда вопрос, я думаю, в любой стране. То есть это и в Китае, и в России, это одинаковая, в общем-то, головная боль, потому что в любом случае мы беспокоимся об этом. И я думаю, что в России мы бы точно так же волновались. Ну, дело в том, что мы, конечно, у нас были опасения к тому, что как он здесь будет адаптироваться, и получится ли у него влиться здесь в китайскую среду, потом... Получится ли у него выучить язык китайский? Вот. Конечно, были у нас опасения, тем более, что у нас несколько пар уже уехало именно из-за этого. Дети у них подросли, вот, и они в 7 лет уже отправились в школу. Но сейчас вот наш сын ходит в школу китайскую. Очень жаль, единственное, что носителями русской культуры для него, конечно, только родители. Ну и мои коллеги, с которыми мы общаемся. Решение родителей – это решение на далекую перспективу. Но Максиму всего 7 лет, и для него самое важное – это счастливая и беззаботная жизнь с родителями. Максим, скажи, тебе нравится Дьояне? Нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Ну, мы тут путешествуем иногда. Всякие. У нас тут дом. Скажи, а в школе китайской тебе нравится учиться? Нравится. У меня... Уже второй класс. А трудно тебе русскому мальчику в китайской школе было сначала? Нет. То есть ты сразу как пришел, тебе было легко, да? Угу. Потому что сначала мы изучали самые пустяковые иероглифы. Например, иероглиф И, он как одна палочка. Одна палка. Ну такая. Либай, клан, семь. Классно, молодец. Вот это вот не очень сложно. Максим пошел в китайскую школу, мы, конечно, старались готовиться для этого. Но во многом положительную роль сыграло то, что он вообще ужасно общительный. Он обожает быть среди людей, он очень любит, в общем-то, быть среди сверстников. Но так как он один ребенок в семье, он ужасно рад появлению друзей. И это решает проблему, действительно, потому что для него, к счастью, в этом возрасте все это происходит очень натурально. Достаточно удобно. Максим учится в лучшей школе этого города. И
познакомившись с администрацией школы, с учителями, я видела детей, которые учатся с ним в классе. Они очень милые. Действительно, Максим окружен вниманием не только потому, что он иностранец, но потому, что там вообще такое хорошее отношение к детям. Достаточно закономерно, потому что мы пробовали найти что-то другое, переехать в какое-то другое место. Но на самом деле, посмотрев и послушав наших знакомых, которые работают в крупных городах, мы поняли, что именно здесь у нас такой небольшой такой коммунизм, грубо говоря. И нас, в принципе, здесь все устраивает. Все эти 15 лет, пока мы проживаем в Китае, для нас, конечно, самое главное, что мы ощущаем себя на месте, на своем месте как профессионалы и как граждане. 2 года назад мой супруг стал почетным гражданином города Юйян. Это очень почетно. Это очень... Для нас это гордость, конечно. И, конечно, важно, что мы здесь нужны. Не отпускает восток, как короста. Нам шелковый путь вместо погоста завязан, как шелковый шарф. Не вздохнуть, не вырвать приросшего к горлу нароста, ни след на начало вернуть.